Ну, во-первых, спасибо вам за слово «близко знакомый», потому что все пытаются там сказать, вы дружили, вы... Это не совсем правдой будет изначально, и тогда наша беседа будет строиться на неправде. А к концу мы дойдем до того, что здание это рухнет, мы совремся. Мы были знакомы, и были довольно давно знакомы, там, с 1984 года, с первого фильма Александра Владимировича Рогожкина. Он назывался «Ради нескольких строчек», хотя сценарий назывался «Дивизионка». Алексей Иванович там играл водителя машины дивизионной газеты, а я играл немецкого егеря, без слов. И мы встречались только в гостинице, встречались только за столом. Тогда Алексей Иванович был неустроенный, неухоженный, ходил в тренировочных штанах, такие с пузырями. Это такие дешевые спортивные штаны, которые мужчины вместо кольцо надевали, потому что кольцо на этой роскошь. И он в них ходил, и очень неустроенный. И я помню его глаза, когда я после ужина попросил, говорю, и нам счет, нам надо на организацию. И он посмотрел и говорит, а с меня больше всегда берут. А я ему объяснил, что мне так старый актер посоветовал, тогда они скромнее пишут счет. То есть, и он внимательно тогда на меня первый раз посмотрел в жизни. И потом мы встречались, общались. У него были друзья, очень любящие его. Друзья, на самом деле, Валерий Павлович Кравченко. У него голос был еще дальше, такой бас профунда Алексея Ивановича. Они могли заменять голосами друг друга. И оба из Беларуси, как ни странно. Только один родился в Беларуси, а потом приехал жить сюда, а другой родился не в Беларуси, но жил в Беларуси. В общем, белорусы друг друга отмечают. Они такие, как сказать, такой... Ну, а Алексей Иванович, он и к алтайцам относился, и к костанайцам, и ко всем. Валерий Павлович Кравченко – удивительная вещь. Он родился в Монголии, потом жил в Беларуси, потом приехал в Петербург, а Алексей Иванович родился в другом месте, жил в третьем месте, в пятом, потом жил в Москве, а умер в Монголии. Вот у меня ощущение, что все равно в нем где-то вот это сидело. Там произошел такой момент, Валерий Павлович Кравченко все время говорил: «Виктор, ты едешь, передавай Алексею привет». Потому что когда Алексей Иванович был неустроенный, он приезжал в Петербург сниматься на Ленфильм, ну, Ленинград тогда. И денег мало было, и жил он тогда у Валерия Павловича Кравченко, естественно, куда сутушные уходили. На хорошую беседу вечером, ночью, поэтому даже если гостиницу ему снимали, то все равно он брал деньгами и шел к Валерию Павловичу. И мне казалось тоже, что такая дружба была там, братство такое. И ведь человек проявляется не только на фронте, да? А еще в каких-то вот, скажем, таких ночных беседах, когда много возлиять приходится, и ты видишь, какой человек, плохой или хороший. Вот говорят, что надо взять его, напоить и посмотреть, какой он, как он себя проявит. Можно бояться его потом или наоборот. И мы играли концерт после фильма, такой был придуман концерт, там Леша Булдаков, я, Семен Стругачев, «Ну мы, блин, даем». И мы играли в ДК Горького, и Валерий Павлович пришел, и ему понравилось, что мы делали. Он даже советы начал давать, как нормальный актер всегда советует. А потом мы поехали куда-то там праздновать. И я по одежде понял, что он готов был с нами поехать, но он же друг. А Леша не пригласил его. И я не мог, потому что я не друг Валерия Павловича, он старше меня, и я к нему... с пиететом относился. Но вот как-то он перестал передавать приветы через меня Лёше. И Лёша не просил передавать. Какое-то что-то пробежало. Вот эта темная какая-то масса. И они разошлись. И вот я думаю, что в Лёше тоже вот эта вина какая-то сидела. И приехав в Монголию, вот